сквере Аксаковых сказочная атмосфера. Распустились аленькие цветочки, а с территории сквера открывается прекрасный вид на музей модерна и Самарский костел, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Сквер появился на карте Самары в 2020 году в рамках губернаторского проекта «Содействие». По всему пространству разместили арт-объекты, изображающие разлетевшиеся страницы книги «Аленький цветочек». Сюжет сказки иллюстрируется и дендрологическим сценарием, отсюда и кустарники с алым цветением. Также здесь разместились фонтаны и уютные лавочки. В Доме культуры «Заря» прошло торжественное награждение семей по итогам конкурса «Семья года» в Советском внутригородском районе. Конкурс проводился по 9 номинациям. На сцену поднимались семьи, каждая из которых – настоящий пример для подражания, символ семейных ценностей и прочных традиций. Телеграм-канал Советского района выражает благодарность всем участникам конкурса за активность, таланты, традиции и любовь. Телеграм-канал Самарского района публикует программу фестиваля набережных «Волга-фест». Летний опен-эйр пройдет с 30 августа по 1 сентября на Старой набережной «Красноармейский спуск». Музеи представят образовательные программы. На фестивале появится настоящий арт-квартал, который превратится в место для выставок, лекций, творческих занятий прямо на пляже. В этом году все желающие смогут записаться на авторские экскурсии, послушать два аудиоспектакля, найти арт-объекты. Ключевым спецпроектом станет масштабный проект исследования сотворения Прорана. Для самарцев выступит 17 музыкальных групп со всей России.